Популярность использования блокчейн в сфере здравоохранения растет с каждым днем. Последние новости пришли из штата Делавэр, США. Как сообщает CoinDesk, медицинское общество штата Делавэр хочет провести тестирование проекта с упором на процесс предварительной авторизации для поставщиков медицинских услуг и медицинских страховщиков. В ходе тестирования также будет создана цепочка записей пациентов, которой смогут получить доступ страховщики и медицинские работники. Вице-президент сообщества заявил, что новая система будет работать не только по этому конкретному вопросу, но и по другим административным вопросам здравоохранения. Как мы сообщали ранее, в штате Делавэр был официально принят закон о использовании блокчейна для торговли акциями и ведения учета.